Новый зомби идет. Ну-ка. Хоп, а у нас тут еще один орех. Он ставит лестницу на растения, которые нас защищают. То есть на стены орехи. И другие зомби тоже могут подняться по этой лестнице. На поле боя становится скучно. Давайте последнего. Приближается последняя волна зомби. Идет наш зомби-весельчак. Конечно, десантники. Вот видите, другие зомби тоже могут подниматься по этой лестнице. Поэтому я поставил два ряда стен орехов. Блин, едят очень быстро. Этот зомби с лестницей очень быстро ест. Опс. Так, кабачок. Двоих сразу. И мы выиграли новое растение. Кофейное зерно. Посадите зерно на гриб, чтобы разбудить его. Классное растение. Опс. Я даже понял, зачем. Магнитогриб нужен, чтобы отнять у этого его каску, а у этого его кузнечик, а у этого лестницу. Это что получается, взрывающихся не берем вообще? Была не была. Опять три линии. Давайте последнее солнышко. Молодцы. Блин, проблемы. Ну давайте уже, подсолнухи. Я что, сглазил вас? И теперь они снова ленятся. Thank you.
Трындец. Их очень много. А солнышек мало. О, отлично, притормозился. Фух, это было очень близко. Он чуть не съел капустопульту. Монетка пропала, видели? У нас три волны. Танцующий зомби-труп. Еще и ручкой помахал. Магнитогриб, который спит. О, разбудили. Теперь нужно его защитить. Так, вот все, решил проблему. Сейчас начнется месиво. Что-то слишком много зомби на одном стенорехе. Они прорвались. Так, вот это уже нечестно. А у меня никого и нету из таких растений, взрывающихся. Перчик я потратил впустую. Вперед, перчик. Что? Лейка, теперь вы можете играть в саду Дзен. Воу. Эй, смотри, ты нашел лейку. По такому случаю я дарю тебе твой личный сад Дзен. Эй, я даже посадил в нем несколько ростков. Вырасти их здоровыми, и они тебя вознаградят. Развлекайся. Так, их нужно полить. Их нужно поливать, когда...